Всем добрый вечер, всем хорошего вечера. Сегодня у нас вечер какой-то такой зябковатый, какой-то даже немножечко снежок слетает. Видите, на травке лежит снежок. Но сегодня у меня был хороший ужин, курочка с салатом. И, конечно, мне после такого ужина как-то не очень хочется дома оставаться. Ну, грубо говоря, так как уже темно, что ты будешь делать? Ничего. Только остается вылеживаться на диване у телевизора или у компьютера. Поэтому я пошла пешком в магазин. Ну, где-то, наверное, 3,5 километра. Хотя у меня магазин есть хороший, большой. За 500 метров. У меня закончился творог. И закончились грибы. И вот иду покупать. Иду туда, иду назад. И моих там 7 тысяч, 8 шагов будет. Вот как-то так. А вы ходите, гуляете? Напишите мне. Я буду очень рада. Хотя вот и троллейбусы ходят, видите, по пути. По моему пути следования ходят троллейбусы. Но я не хочу идти на троллейбус. Потому что шаги никто не отменял. И так я уже долгое время как-то запускаю свои шаги. Потому что то некогда, то лень. Ну, надо начинать. Холодно, но ничего. Все, всем пока. Люблю. Обнимашки, обнимашки. И вы знаете, не только я одна иду, шаги нашагиваю. Вот впереди женщина, ну, вероятнее, постарше меня. И тоже вот бодренько идет, бодренько шагает. Приятно, что люди занимаются своим здоровьем. Это у нас проспект, весь светится, красивый, радостно идти. И вот моя женщина просто развернулась и пошла обратно. Видите, какая она молодец. Вот. Браво. Иду в подземный переход. Здесь, конечно, теплее, чем на улице. Иду дальше.